Всем привет! Поужинали, сейчас ребятишки пошли прыгать, скакать, баловаться. Это хорошо, еда, когда свой двор. Мы ужинали сегодня бургером. Рецепт там на другом аккаунте я выкину, что примерно делаем. Дома сами делали. Все купили ингредиенты в магазине. Булочки, сыр. И дома состряпали сами. Это не сложно. Ребятишки вон во дворе прыгают, скачут. Полы намыли, чистота, порядок. Сейчас буду вот эту резиночку приклеивать. Вот отпала она у меня, вот эта резинка. Взяла, короче, я этот клей, подклею. Здесь у меня охранник, все. Ай, Мурка, ты мой муреночек. Ну что, как она? Как бургеры, кстати? Такая у нас красота. Видите, у меня даже у собачки цветочки растут. Граф очень любит цветы. Тут всю дорожку позавчера почистили. Все так заросло. Вот еще сколько дров надо пилить. Вот эти дрова надо все распилить. На зиму. Это все от старого, от старой пристройки осталось. Я год уже топлюсь забором. Забором год. И вот сейчас у меня пристройка вот эта разобрана. Еще буду не знаю сколько топиться. Дров очень много. Ты что делаешь? А что с ним делать собралась? Кое-что. Так, ну ребенок опять какую-то поделку делает. Это у нас дрова, вот, которые мы напилили. Доски старые. Цветочки. Сегодня опять дождик у нас пролил. Мы не знаем, что же здесь. Льет и льет и льет. Все клумбы заливает. Вот эти, ладно, здесь скрытые. Цветы уже от воды просто не знаю. Не успеваю утаскивать их. Мои любимые гортензии. Розы. Гортензии. Обожаю вообще вот это вот. Кусты гортензию. Но потом решила еще и роз взять. Впервые розы я посадила. Мне нравится, они уже второй раз расцветают. Первый бутон я уже отрезала.